Всем привет! Сегодня была в магните, купила по акции курочек Акашево по 105 рублей килограмм. Взяла три курочки по 2 килограмма, одна даже 2200 на 669 рублей они у меня вышли. Буду готовить заморозки. Сегодня подумаю, что из них сделать. А то завтра акция заканчивается. Они свежие вчера только 26.05. Так что что-то будем сегодня-завтра замораживать. Полуфабрикаты будем готовить. Я разделала все три курицы. Получилось, каркасы курицы ставила на супчики. Получается, три каркаса. Их замораживаем. С трех куриц у нас 6 крылышек, 6 бедрышек и 6 голеней. Это будем мариновать в приправке. Просто замаринуем и запечем в духовке потом. А с грудинки, с филе сделаю котлеты. Получается здесь филе грудки и кожица с трех курочек. Это у нас пойдет на котлеты. Котлеты сделаю чуть позже. У меня, оказывается, лука дома нет. Очень мало. Мне не хватит. Схожу в магазин, куплю лук и сделаю котлеты. А мясо замариную сейчас. Это отправляем в морозилку. Бедрышки, крылышки и голени я буду запекать в рукаве. Вернее, я сейчас заморожу в рукаве, потом достану, разморожу и буду запекать. Своей любимой приправкой восточный гость курица. В рукаве запекаю, потому что мясо получается сочное. Оно как бы в своем соку готовится. У меня дети просто обожают курицу в рукаве. Курицу, бедрышки, чтобы там ни было. Ну, получается сочная, мягкая, очень вкусная приправа. Это тоже очень даже нам пришлась по душе. Это одна из любимых. Пробовали очень много всяких разных. Вот это самая любимая. Высыпаю полпачки приправы. И здесь очень много, 40 грамм. Вот, пол пачки и равномерно размешиваем, чтобы пропиталось все мясо. Специи равномерно распределили, такие вот они кусочки. Все специи хорошенечко повтирали везде, чтобы просолилось, проперчилось хорошенечко. И теперь укладываем эти кусочки в рукав. Замаринованное мясо мы уложили в рукав для запекания. Вот такой огромный пласт у нас получился. Укладываю одним слоем тонкий пласт, чтобы быстрее и легче размораживать. Пробовала, как обычно, в пакет накидаешь, потом очень долго размораживается. А вот таким тонким пластом очень быстро. Получается, если придут гости, то замечательный вариант быстрого ужина. Как бы все равно, знаешь, да, гости придут там через 2-3 часа. И у тебя есть время достать с морозилки такую заготовочку, разморозить быстро, поставить в духовку, и замечательный ужин будет готов. Настюшка очень любит такое мясо в рукаве, оно сочное,
нежная, вкусная. Она не останавливается на одном кусочке, обязательно съест два. Я говорю так, все, всем по одному кусочку. Она, он такой вкусный, мамочка, можно я еще второй кусочек возьму? В общем, какими-то правдами, неправдами она выпросит второй кусочек, потому что ей очень нравится. Реально, очень вкусное мясо в рукаве получается. Тем более с такой приправкой. Вот, на случай гостей, либо же так даже на 2-3 ужина. Очень хороший вариант. Сейчас все это дело отправляем в морозилочку, пусть замерзает. Как нужно будет, когда гости к нам придут, мы достанем, разморозим и приготовим вкусную курочку. Очень вкусную. А сейчас займемся фаршем. Будем крутить фарш и делать котлетки. Тоже на заморозку. И часть сегодня пережарю, потому что что-то нужно приготовить на сегодня. Решили, Настюшка спросила, что она хочет. Она сказала, хочет котлеты. Буду готовить на сегодня, значит, котлеты. А остальные заморожу. Для наших куриных котлеток нам понадобится мясо. У меня это филе курицы с кожицей. Батон, мякиш батона размоченный. 4 зубчика чеснока. 4 луковицы. 3 яйца. Соль, красный перец и черный перец. Сейчас мы все это дело перекрутим на мясорубке. У меня самая обычная мясорубка Redmond. Вот сейчас я это перекручу и будем делать котлетки. Мясо, лук, батон, чеснок. Мы все перекрутили. Получился вот такой замечательный фарш. Сейчас мы добавим яйцо и соль, перец. Смешаем все и будем формировать наши котлетки. Вот такие котлетки получаются. Куриные котлетки. Сейчас я их отправлю в морозилочку. Немного подморозятся, потом в пакет переложу. Это будет у нас запас полуфабриката. Сейчас еще сделаю еще один такой лист, а остальное пережарю сейчас, потому что Настюша очень хотела котлет, просила. Ей нравятся маленькие. Я иногда делаю большие, она говорит, я соскучилась по твоим маленьким котлеткам. Сегодня буду для нее делать маленькие. Еще одна партия у нас отправляется в морозилочку. На заморозку, на потом. А вот это вот то, что осталось, мы будем жарить сегодня на сковородке. По Настиному заказу маленькие котлетки. Вот такие котлетки получились. Эти чуть побольше. Следующая партия будет для Настюши мини-котлеток. Сейчас мы их пожарим. И все. На сегодня будет обед готов. Обед, ужин. Обед готов. Я в мультиварке приготовила гречку. Котлеты дожариваю. Сашеньке гречка, котлетка и огурчик. Настюшке тоже гречка с котлетками. И огурчики с помидорчиками. Такие котлетки получились. Сейчас последняя сковородочка жарится. Девчонки сели обедать. Сашенька кушает кашку гречневую. Да, сейчас мы тебе котлетку разомнем. Саш, вкусно? Сашуль, ням-ням? Настюш, ням-ням? Вкусно. Да, ты такие котлетки хотела? Да. Да? Да. Вкусные? Да. Да. Вот. Ну все, приятного аппетита, девчонки. Спасибо.
Все, спасибо, да? Кушайте.